Рождество в разных странах мира. Еще несколько дней, и весь христианский мир встретит один из самых светлых, прекрасных и удивительных праздников – праздник Рождества Христова. Каждый дом, каждая семья с радостным волнением ожидает это прекрасное событие. Дети с нетерпением ждут подарков, взрослые с любовью стараются сделать этот день особенным и запоминающимся. Украшают дома, готовят прекрасный праздничный обед, собирают за столом всех близких и родных. Одно только ожидание наполняет сердце радостью и умиротворением. И хотя Рождество – это международный праздник, объединяющий миллионы жителей из разных стран, в каждой из них есть свои уникальные и древние традиции празднования, о которых мы сейчас вам и расскажем. Италия. Итальянцы – народ веселый и жизнелюбивый. Тем более, если речь идет о праздниках. К Рождеству готовится за несколько дней, тщательно убирая свое жилище, наводя порядки в каждом уголке. Все это непременно должно сопровождаться пением национальных песен. Затем дома украшаются с большим обилием красного цвета, а рождественский ужин отличается невероятным многообразием и обилием. Великобритания. Помимо традиционного украшения домов плющом, омелой и астролистом, семейных поздравлений и, конечно же, приготовления запеченной индейки, в Англии становится все более популярной новая традиция – перед праздником окунаться в ледяную воду на открытом пространстве. Сам Святой Вечер принято встречать в кругу семьи с теплыми поздравлениями и пением старинных гимнов. Мексика. Жаркая и солнечная Мексика не меньше других стран любит Рождество и готовится к его проведению, хотя и немного по-своему. Например, главное рождественское блюдо здесь – редиска. А 23 декабря каждого года местные жители собираются на центральной площади города на редисовый фестиваль. Чтобы попасть на него, нужно вырезать из редиски любую фигурку или известного персонажа. По завершении праздника среди фигурок выбирают лучшую, а фото победителя печатают на первой полосе свежих газет. Австралия. Встретить Рождество со снегом для австралийцев – неосуществимая мечта, так как для них праздник приходится на самый разгар лета. Но это не повод для уныния. Дружные компании и семьи празднуют на пляже или на природе, а наступление Нового года вещает хор автомобильных гудков в унисон с церковными колоколами. Япония. Японские христиане, как и в большинстве других стран, привыкли праздновать Рождество в тихом семейном кругу. А вместо того, чтобы вовсю наслаждаться лакомствами, старательные японцы несколько дней от Рождества до Нового года пишут красивые иероглифы, желая получить вечную молодость, долголетие и весну. Германия. Тихому праздничному вечеру в Германии предшествует целый месяц торжественной подготовки. Проходят ярмарки, на которых выбор даже маленьких подарков превращается в радостное событие. 1 декабря дети получают календари, каждый день открывая окошечко со сладостью или небольшим сувениром. Выпекаются знаменитые традиционные печенюшки «Лебкухен». Наводится чистота в каждом доме и украшается каждый его уголок, особенно камины, около которых семьи любят проводить праздничные вечера. Америка. Американцы очень любят обмениваться на Рождество открытками, которые становятся обязательным элементом праздничного украшения жилья. Их развешивают по дому наподобие гирлянды, а на праздничный ужин здесь наряжаются
не в вечерние костюмы, а в уютные, яркие рождественские свитера с зимними узорами и элементами-снежинками, оленями, елочными игрушками, снеговиками и так далее. Так много различных традиций, так много обрядов, некоторые из них совсем непривычны для нас, некоторые близки и очень красивы. Но в этом ли настоящий подлинный смысл Рождества? Ведь Рождество – это день рождения Иисуса Христа. Но за суетливыми приготовлениями, за украшением домов, подготовкой подарков и вкусных ужинов мы так часто забываем о самом имениннике, который должен быть и есть центром этого праздника. Великий Бог оставил славу неба и поклонение ангелов, уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, Филиппийцам 2:7, спустился на окутанную грехом землю, терпел лишение и боль, а в конце принял мучительную смерть на кресте, смирил себя, быв послушен до смерти и смерти крестной, Филиппийцам 2:8. И этот план имел великую цель – наше с тобой спасение от греха, от смерти, от погибели, которая неминуемо ждала нас в конце жизненного пути. Рождество – это праздник любви, безусловной и необъятной любви Бога к своему творению, человеку. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Рождество – это праздник света. Рождение Иисуса Христа осветило мрак печали, и Его лучи достигают и твоего сердца, дорогой друг. Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанна 8:12. Каким бы непросветным ни казалось горе, рядом любящий тебя Бог, который всегда придет на помощь, если ты только захочешь пригласить Его в свою жизнь. Рождество – это праздник мира. Больше 2000 лет назад на полях Вифлеема прозвучало ангельское пение «Слава Вышних Богу! И на земле мир! В человеках благоволение!» Луки 2:14. И с тех пор эта радостная весть не смолкает на раздираемой войнами, беспокойством и страданиями земле в сердцах тех, кто принял этот божественный мир и покой. Рождество – это праздник надежды. Благодаря рождению Иисуса Христа, Его смерти и воскресению, мы знаем, теперь мы не одиноки, Бог всегда рядом, и у нас есть прекрасное, бесконечное будущее с тем, кто нас спас, полюбил и подарил счастливую жизнь здесь, на земле, и вечную жизнь в прекрасном заоблачном царстве. Рождественские дни – это время остановиться и задуматься. Дорогой друг, поблагодарил ли ты рожденного? Какой подарок ему подарил? Всемогущему Богу не нужны ни украшения, ни изысканные блюда. Лучшее, что ты можешь сделать – это сказать «благодарю за рождение Иисуса Христа» и подарить Ему свое чистое, искреннее сердце. И тогда свет Христова Рождества навсегда озарит твою жизнь и твой жизненный путь. Счастья, мира, любви и покоя в эти торжественные праздничные дни. С Рождеством Христовым!